Предлагаемая вам практика относится к трактату об изменении мышц сухожилий и дзиндзин, который Бодхидхарма оставил в наследство шаолиньским монахам. Вариантов исполнения существует несколько, но не столько важна, на мой взгляд, хореография, сколько основные принципы. И, собственно, об этих принципах сейчас пойдет речь. В теле человека определяют китайцы 5 полых, 5 плотных органов в соответствии с концепцией 5 первоэлементов. Соответственно, у нас есть 5 пальцев на руках, 5 пальцев на ногах, а также внешние и внутренние поверхности тела. Если мысленно соединить соответствующие пальцы, мизинец, мизинец на ноге, большой палец на ноге и так далее, то мы получаем 10 меридианов, учитывая наружную поверхность и внутреннюю. По наружной поверхности, по внешней части идет поднятие энергии, опускание, в центр она идет по внутренней поверхности. Таким образом, мы имеем 10 меридианов, которые нужно учитывать при работе с энергией. Кроме этого, существует два главных меридиана контролирующие, которые образуют микрокосмическую орбиту. Первый – это канал управления, начинается из точки промежности Хой-Инь, через копчик поднимается вверх к макушке и заканчивается на твердом небе, дно небесного озера, как называют китайцы. Второй канал, который управляет всеми иньскими меридианами, начинается от кончика языка, называется канал зачатия, опускается вниз точки Хой-Инь. Для того, чтобы их соединить, для того, чтобы циркуляция была непрерывной, по циклу мы делаем языковое замыкание Навхамудра, язык к небу, за зубами. И мы подтягиваем тело промежности, втягиваем, делаем мулабанху, для того, чтобы соединить их снизу. Таким образом получается циркуляция. Если мы работаем с двумя меридианами, это называется микрокосмическая орбита. Большая орбита получается, когда мы к этим меридианам добавляем все остальные 10 меридианов. Следующее. Изменение мышц сухожилий. В электрической схеме тела живот – это аккумулятор, батарея. Почки у нас левая и правая, ворота жизни и смерти, точки минимен – это электроды, плюс-минус. После этого электричество, которое производится в животе, поднимается к солнечному сплетению, откуда расходится по мышцам. Это электричество несет энергию, информацию, осуществляет обмен органами, мы мыслим благодаря этому электричеству. Его можно назвать ци, прана или как-нибудь еще. Но факт то, что у нас тело работает на электричестве. Поэтому проводимость тела, проводимость мышц сухожильных меридианов имеет колоссальное значение. Для того, чтобы вы могли работать с большими объемами энергии, для того, чтобы вы могли мыслить гораздо быстрее, четче, ярче, чем
обычно, вам нужно улучшить проводимость, то есть уменьшить сопротивляемость. Если мышцы и сухожилия – это провода, как мне это сделать? Если я возьму кости, намотаю на нее мышцы и сухожилия, то у меня будет ткань уплотняться. Если я подержу так довольно долго, у меня возникнут ощущения покалывания в руках. И это покалывание есть то электричество, с которым мы работаем. Когда вы будете работать над комплексами дзин-дзин, вы будете ощущать такие изменения, вы будете чувствовать покалывание, тепло, движение внутреннее. Это все правильно. Это ваш опыт контролю развития энергии. Еще очень важный момент, что на пути энергии по мышцам и сухожилиям случаются суставы. И суставы являются узким местом. Это препятствие. Если я пережму сустав, то у меня, соответственно, кровь не будет поступать, энергия не будет поступать, рука затечет, возможно. Если сильно выпрямлю, то же самое. Открытые суставы, они облегчают циркуляцию энергии. Таким образом, грубо говоря, наматывая мышцы и сухожилия на костную структуру, мы повышаем проводимость в меридианах, соответственно, улучшаем циркуляцию энергии, улучшаем здоровье, повышаем качество восприятия, качество жизнедеятельности организма. Кроме того, Бодхидхарма оставил еще один трактат, называется «Сисуй Дзин. Промывание костного мозга». В электрической схеме организма нашего костный мозг играет роль конденсатора. Если мышцы и сухожилия – это провода, то кость – это конденсатор. И когда мы направляем энергию, наматывая, соответственно, сухожильную структуру, уплотняя мышцы и связки, мы стараемся направить энергию, напряжение усилия в костный мозг. А оттуда происходит омоложение крови и повышение, собственно, силы тока, которая способна выработать наше тело. Кроме этого, важным фактором является правильная работа дыхания. Дыхание – это кислород, основной катализатор всех биохимических процессов. И когда у нас кислорода много, мы получаем, у нас, соответственно, метаболизм ускоряется. И для эффективности тренировки это имеет также важное значение. Кроме того, вдох связан с тем, что мы раскрываем грудную клетку и делаем прогиб. Выдох связан с тем, что мы сокращаем, давливаем грудь вниз и сгибаем спину. Таким образом, мы задействуем в позвоночнике две области, которые называются внутричерепной насос и внутрикопчиковый насос, которые перекачивают спинномозговую жидкость. И это также очень важно, поскольку спинномозговая жидкость несет информацию об обмене веществ в центральную нервную систему, и адаптация и трансформация происходит на основе циркуляции непрерывной. Поэтому у нас дыхание плюс движение плюс осознание. Первая ступень дзин-дзин – это пробуждение ци. Стойка стандартная для большинства форм цигун. У нас должны быть открытые суставы коленные, то есть они не выпрямлены сильно, не согнуты сильно. Колено сгибается всегда по линии большого пальца, это техника безопасности. Если мы даем нагрузку какую-то на колени, нам нужно проследить за тем, чтобы стопа была полностью на полу, и чтобы колено у нас работало по линии больших пальцев ног. Спина тоже округляется. Есть в Китае три... Ну, в Китае, в цигуне, в йоге принято три узких места спины, которые нужно обходить правильным положением позвоночника. Первое узкое место – это поясница. Если я прогибаюсь, у меня, соответственно, ток энергии ограничен здесь. Для того, чтобы обойти это узкое место, мне нужно копчиком подцепить землю и здесь округлить слегка. Вы почувствуете по ощущениям, если вы возьмете большую нагрузку и постоите достаточно долго, вы почувствуете, где у вас слабое место. Второе – точка между лопатками. Я освобождаю плечи, тоже округляю эту точку. И следующая нефритовая подушка – это основание черепа. Для этого мне нужно подбородок слегка сместить к горлу. То есть в идеале у вас позвоночный столб должен быть нанизан на вертикальную ось. Изначально у нас позвоночник не прямой, не вертикальный. И мы его двигаем к вертикальной оси вот такими движениями. То есть копчик подобрать, округлить плечи и так далее. Следующее. Мысленно мы соединяем пальцы руки, пальцы ног. Так, чтобы у нас были ниточки протянуты как бы вверх тела. Во время выброса энергии используется резкий форсированный выдох. Мы сжимаем переднюю стенку живота, нижнюю диафрагму, получается резкий форсированный выдох. Это гипервентиляция. Кроме того, тонус диафрагмы – это здоровье и обмен веществ между внутренними органами в животе. Поэтому чем больше вы качаете диафрагму, также вы качаете все остальные мышцы. Но в отличие от всех остальных мышц, именно от нее зависит здоровье ваше, обмен веществ внутренний, то есть качество жизни, качество обмена веществ. Итак, первая ступень. Мы вытягиваем руки и выбрасываем, сбрасываем пальцы вниз на резком выдохе. Одновременно мысленно мы сопровождаем энергию из центра живота, из дантянь, в кончики пальцев руки, кончики пальцев ног. Мы толчками пробиваем систему меридиан. Делается по 8 раз 4 подхода. То есть
очень важно перед выбросом полностью расслабиться. То есть диапазон от полного расслабления до напряжения, до полного выброса, это есть как бы коэффициент вашей внутренней работы. Насколько вы можете расслабиться спокойно и потом резко взорваться на выбросе энергии, это ваш опыт, ваш гум, ваша внутренняя работа. Таким образом, мы делаем вперед 4 подхода по 8 раз. Вдох. Следующий, то есть делается вдох, 8 последовательных выдохов, потом снова вдох мы набираем и снова 8 выдохов. Естественно, у вас воздуха не нужно распределять полный выдох на 8 частей. Вы слегка вдыхаете за счет того, что у вас идет прогиб, идет восходящее движение. Идут формы вперед, сбрасывается кисть. Дальше ладони к себе, к груди. Дальше руки в стороны. Мы фиксируем здесь руки, то есть руки не должны качаться. То есть представьте, что у вас зафиксировано все от запястья до запястья. И мы опускаем только пальцы рук. Следующее, сгибаем руки в локтях вниз. Следующее, разворот ладони, толчок от груди вперед. Здесь очень важно включить спину. То есть у нас легкий прогиб на вдохе. Выдох, мы округляем спину, выталкиваем вперед. Чтобы позвоночник у нас здесь в этом движении выполняет роль лука. Прогиб. Следующее. От висков мы толкаем вверх. При этом мы садимся вниз. Вообще любое движение, любой импульс идет с того, что мы опускаем центр тяжести вниз, стряхиваем тело. Это для того, чтобы активировать энергию Земли, чтобы она поднималась. То есть сила, с которой я давлю на Землю, Земля давит на меня. И этот импульс я пытаюсь провести через все меридианы, через пальцы ног, пальцы рук и проработать всю систему меридиан. То есть следующее у нас идет поднятие вверх. Следующее мы опускаем руки вниз и как бы зачерпывающим движением нагнетаем энергию под дантянь. Запирание руками делается по максимальной амплитуде, то есть вы делаете изо всех сил, вы бросаете пальцы вниз. Это и мобильное запястье в прикладном значении, так как этот цигун работает в боевых искусствах шаолинских, запирание рукой, запечатывание имеет важное прикладное значение. Поэтому мы развиваем запястье и делаем очень мощно. После этого руки перед собой, и мы на 4 счета поворачиваемся на 90 градусов влево. То есть на 4 счета возвращаемся обратно. Очень важно не смещать руки в сторону. Руки у вас проекция плеч. Вы поворачиваете корпус. При этом очень важно не заваливать ногу, то есть у нас должны быть стопы полностью. Мы стойку сохраняем, стабильный столб. И поворачиваем позвоночник. Скручиваем обратно, обратно. То есть следующее движение, ладони обращенные к солнцу. Стойка называется гунбу, одна из фундаментальных основных стоек, ушу. Важно, бедра были на одной линии, линия колено, бедро, бедро 90 градусов. Колено сгибается по линии большого пальца ноги. И еще очень важно, стопу правой ноги вписать в пол очень плотно. То есть, чтобы у вас не было заваливания на ребро стопы, мы хватаем всеми пальцами рук в землю, упираемся очень плотно. Каждый сантиметр квадратный контакта с полом очень ценен для укоренения, для работы с энергией, для заземления, для устойчивости. Поэтому мы держим очень плотно, несмотря на то, что упор в основном на эту ногу, эта нога также вписана в пол. Мы, правая нога, не задняя опорная нога не сгибается в колени, мы сгибаем переднюю, выдох. И на выдохе производится разворот ладони вверх по линии указательного пальца. Указательный палец, вот эта вот ось основная, мы держим неизменный, натянутый, максимальное расстояние от указательных пальцев, от левого до правого. И мы раскручиваем ладони, выдох, максимально намотать, то есть как можно сильнее намотать мышцы сухожилия на кости. И это делается выдох. То же самое в другую сторону, при этом не опускаем руки. Завершающее движение общее для многих школ цигун. Мы поднимаем вверх и сканируем тело от макушки до пяток, выравнивая потоки вокруг тела, поле вокруг тела, и сканируем все изменения, которые в нем происходят.
опускаю руки вниз, складываем точки лаугун, центр ладони, дантянь. И усваиваем энергию, которые, те преобразования, которые в теле произошли. Вторая ступень комплекса Дзиньцзин предполагает настаивание. Мы принимаем определенную форму, фиксируем ее, напрягаемся, то есть мы натягиваем мышцы сухожилий, наматываем их на костную структуру и удерживаем эту форму какое-то время. Обычно минимальная фаза задержки это дыхание. Вы делаете вдох, вы делаете выдох и на задержке держите форму, вписывая в правильную геометрию. Правильная геометрия – это треугольник, круг, квадрат. Все формы должны быть правильны. Если это стойка фронтальная, то у вас должны быть параллельны голени. Желательно параллельны бедра, вертикально спина. Здесь у вас предплечье параллельно полу.
здесь, соответственно, перпендикулярно предплечьям ладони. То есть мы стараемся вписываться в правильную геометрию. Это первое. Второе. Сам комплекс содержит 21 форму. И последовательно мы пройдем сейчас через все движения. Первое движение называется «спрятать луну за пазухой». Мы вытягиваемся вверх, берем ладони, намасте, выдох, центр груди. Сама позиция еще имеет название «алмазный алтарь». Алмаз – это кристалл углерода, квадрат. Поэтому у нас должен быть очень четкий квадрат, четкие углы правильные. Мы держим таким образом. Следующая форма называется «вайто жертвует палец». Раздвигая ладони в сторону, мы сжимаем пространство между ладонями силы. Поднимаем от висков вверх вдох. Выдох, разворачиваем все пальцы рук по линии указательного. Указательный палец, ось. Мизинцы должны оказаться выше больших пальцев. То есть мы наматываем здесь до предела. Держим при этом открытыми суставы. То есть у вас не перевыпрямлена рука получается, не подняты плечи. Наматываем, держим такое время. На задержке. Теперь вдох. Поднимаем. Ушам, выдох. Толкаем небо. Держим. Взгляд смотрит на точку между указательными пальцами. То есть мы направляем энергию вверх. Держим вертикально спину. Вдох. Выдох. Следующая форма – это вращать жернов. Его принцип основной – это переход из стойки мабу, стойки всадника, в стойку гунбу, стойку лучника. Переход должен осуществляться так, чтобы не поломать вертикальную ось спины. Это очень важно. Руки делают здесь тоже несколько техник ладони. Первое – это ляо-джан, поднимающая ладонь. Мы делаем вверх, рисуем центральную линию, чертим ладонь, центр груди – это выдох. Теперь от плеча разворот в сторону, ладонь держим, кончик носа, указательный палец. Поворачиваем ладонь вверх и тянем к бедру. Тянет изначально локоть, то есть мы не просто слима, а локоть. Идет на центральную линию и кулак к бедру. И другой рукой, соответственно, вдох вверх, выдох, вдох, выдох. Переход из мабу в гунбу – это один из основных биомеханических принципов, который работает в боевых искусствах. И поэтому здесь его нужно проработать очень фундаментально. Разворот стоп, сохранение баланса, сохранение вертикальной оси и синхронную работу дыхания, поведение рук и так далее. Следующая форма – это три движения одной рукой, потом три движения другой рукой. Первое движение – рука-копье. Мы из положения кулаки к бедрам вытаскиваем руку вперед, ладонь. Копье, форма копья – это вы держите древко левой рукой. Оно пронзает почку, селезенку. Острие копья держите в правой ладони. Таким образом происходит вытягивание. Тянем здесь как можно дальше назад, здесь как можно дальше вперед. Но при этом очень важно бедра оставить на месте. Скручивание происходит только в позвоночнике. Мы фиксируем колени, фиксируем бедра, скручиваем плечо вперед. Достать как можно дальше. Чем дальше вы достанете, тем длиннее ваше оружие. Чем длиннее ваше оружие, тем больше преимуществ. Поэтому в боевых искусствах стараются вытянуть как можно дальше. Плечо не поднятое плечо блокирует ток энергии вверх, поэтому мы плечи всегда усажены в суставах вниз. Это общее правило. Следующая рука копьем. Схватить звезду. Поднимаемся. Вдох. Принимаем крюк. И крюк напротив плеча. Задняя рука делает тоже крюк. И он идет к лопатке. Таким образом, рука копьем. Вдох. Выдох, схватить звезду. Здесь мы наматываем плотно, сжимаемся в центр и держим очень мощно. Замыкаем крюк, можно сильнее. Следующее 9 чертей тянут быка. Наматывание, надо тянем, мы опускаемся вниз. Делаем разворот. И выводим руку с крюком в сторону, под 90 градусов к бедру, фронтальной оси. Здесь 120 градусов, оптимальный угол для локтевого сустава. Крюк смотрит в центр лба. Проекция. Задняя рука из этого положения переходит в такое положение, в другую почку. То есть, если мы начинали с копья, левая почка у нас, кина, глаз на кулаке, кинган точка, на точку минмен левую. Вдох, выдох, крюк за лопатку. Зачеркиваем, выводим в сторону. И теперь кулак правой почки. И еще важный момент, рука не лежит на спине, а тянет как можно дальше.
Нам нужен мышечный сухожильный контур рук натянуть как можно сильнее, чтобы выжать из энергии больше из сухожилий мышц. То есть мы натягиваем. Здесь очень важно 90 градусов, стандартная стойка, бум-бум, поворот. После этого мы возвращаемся в центр и делаем все те же самые три формы другой рукой. Рука копье. Схватить звезду. Наматываем на денте. 9 чертей тянут быка. Следующее. Дракон выпускает когти. От почек руки назад. Выкручиваем плечевых суставов. И медленный разворот. Переводим ладони вперед. На уровне плеч. Внимаем низкую стойку мобу. И мизинцы выше больших пальцев. Намотать мышцы и сухожилия на кости. Основной принцип. Делаем выдох. Держание. Следующая форма называется, переходя реку по мосту, оглянуться назад. Из этого положения мы делаем прогиб глубокий назад. Наклон. Беремся за голень и наклоняемся как можно ниже. Макушку тянем в центр земли, живот втягиваем. Держим такую позицию. После этого правая нога назад. Тот же прогиб. Смотрим вверх. Ладони. Центр ладони на центр ладони на бедро. Выпрямляем правую ногу. Делаем выпад. Проваливаемся на связках. И скручиваемся влево, смотрим назад. Переходя реку по мосту, огнуться назад. Взглядом закручиваем тело. Фронтальные ноги рядом, исходная. Вдох, прогиб. Выдох вниз. И левая нога назад. Выпад, широкий выпад. Вдох, прогиб. Упор. Скручиваемся вправо, смотрим назад. После этого снова фронтальный вдох. Прогиб. Опускаемся вниз. Выход из положения наклона. Мы поднимаемся вверх, руки скользят по ногам к почкам. Мы поднимаем энергию земли и растворяем ее в воде. То есть первое алхимическое преобразование – землю растворить в воде. Земля у нас отсток, энергию земли. Мы поднимаем к почкам, которые контролируют воду. И отсюда руки стекают вниз, нижний дантянь. Положение здесь внизу называется три точки на оси. Ось – это дантянь, точка, нижнее поле света. И еще точки, это первая точка, и две точки лаугун, центр ладони. Мы нанизываем их на одну ось и удерживаем здесь. Следующее положение. Засунуть меч в ножны. Поднимаем руки вверх, ладонями вверх. Берем кулаки. И теперь, если мы работаем в правую сторону, то правая рука спереди. Здесь очень важно такое наматывающее движение. Запястье давит на запястье. Мы садимся на правую ногу. Стойка называется дингу, принятая ушо. Правая нога, вес тела и вос на правой ноге. Левый носок, носку правый. Очень важно, чтобы сохранять вертикальную ось. Пятка, копчик, макушка на одной линии. Кулаки, правое запястье давит налево, если форма на правую ногу делается. И мы засовываем как можно глубже к печени, то есть аж под ребра. Очень сильно намотать, то есть мы стягиваем к правой стороне тела энергию. Еще раз вдох. И выдох. Печень. Держим задержку. Вдох. Кулаки к ребрам. Выдох. Энергия стекает в ноги. Снова поднимаем. Вдох. Кулаки. Теперь в левую сторону. Левая рука спереди. Проворот. Левая сверху. Тянем селезенка поджелудочная железа к левому бедру. Стоим на левой ноге. Вдох в сторону. И выдох вниз. После этого принимается позиция хаши. Ладони перед грудью. Скрученные корни старого дерева. Делаем вдох. Выдох. Скручиваемся влево. Садимся на правую пятку. Макушка, копчик, пятка на одной линии, вертикально. Стопа левой ноги вывернута полностью на полу, то есть для устойчивости. Стойка называется себу. Ушу. Правая ладонь толкает, левая поддерживает. 90 градусов взять проекцию рук, центр груди 90 градусов должно быть. Правое бедро вытянуто вперед. Встаем обратно. Хаши, центр. Скручиваемся вправо. Скрученные корни старого дерева. Делаем вправо. И снова центр. Следующее. Золотой петушок. Стойка на одной ноге. Стопу мы заворачиваем вверх, как при полулотосе. Колено мы тянем к груди при этом. И выпрямляем опорную ногу и спину. Ровная линия от правой пятки через копчик до макушки. Вертикально. После этого выполняется кубу, шаг слуги.
садимся на правую ногу, левая нога в сторону. Тыльная сторона правой ладони на бедре. Очень важно не заваливать колено внутрь. У нас, помните, колено всегда работает по линии большого пальца ноги. Ладонь сюда, левая на голень. И левая стопа тоже, не на ребре стопы, полностью завернута к полу. После этого мы делаем ту же самую форму, всю другую сторону. Золотой петушок на одной ноге. Шаг слуги. После этого фиксируем голени и раскрываем правое бедро, локоть давит на колено. Тот же шаг слуги, более продвинутый уровень, то есть когда мы помогаем рукам, руками помогаем на левую сторону. Следующая форма — поменять руки местами. Мы выпрямляем ноги, носки чуть внутрь, пятки наружу. Беремся за голень, центр, макушку, центр земли. Отсюда руки на почку. Правая рука скользит по левой ноге, левая держит почку. Смотрим через левое плечо в потолок. Левая рука прикает внутрь, берем за правое бедро. Ныряем под руку, смотрим вперед. Это скручивание. Раскрываем, растягиваем правую почку, линию правой почки. Это поменять руки местами. И на другую сторону. Руки на почку. Левая ладонь на правую голень. Скручивание вправо, смотрим вверх. Правая рука внутрь. Ныряем, смотрим вперед. Снова руки на почку. Следующее движение. Тигр набрасывается на жертву влево. Мы поднимаемся. Поворачиваемся влево. Пятка. Руки, когти, прогиб, пятки. По дуге опускаем вниз. На линию, на уровень с большим пальцем левой ноги. Делаем упор на когти. Не прямые пальцы, пальцы согнуты. Каждая подушечка очень плотно на полу. Здесь очень важно, стопа закрыта, завернута полностью к полу. Здесь вертикально, колено на уровне большого пальца ноги. Здесь мы используем тигриное дыхание. На вдохе мы переносим вес тела на кончики пальцев, расслабляем ногу. На выдохе мы стопой давим на пол, расслабляем пальцы. Получается. То есть качаем вес тела на пальцах вначале, нога расслаблена, выдох, стопа давит на пол, руки расслабили. Таким образом, на вдохе мы активируем внешние яньские меридианы, внешнюю поверхность тела, за счет того, что мы держим упор на пальцы. Выдох иньские, внутренняя поверхность тела. Таким образом прокачивается система, делается 5 дыхательных циклов в одну сторону. Меняем сторону. Кулаки, пятка, поворот, пятка, прогиб, когти на пол и 5 тигриных дыханий. Следующее. Скакать на лошади. Принцип стойка мабу — это есть как бы скакать на лошади. Мы опускаемся вниз. Дальше. По поводу форм. Треугольник, круг, квадрат. Это изначально описание форм, в которые мы пытаемся вписывать тело. И здесь у нас треугольник. Имеется в виду линия от макушки, указательные пальцы. Он должен быть равнобедренный, ровный треугольник, в который вписан квадрат стойки ног и круг. Соответственно, бедра и суставы все должны быть вписаны в сферу. В этой позиции мы закатываем глаза к макушке, смотрим на макушку, открываем слегка рот, язык давит на твердое небо. И давим на небо довольно сильно. То есть мы стараемся как будто всю позицию держать кончиком языка. Вход в эту стойку идет. Подтягиваем кулаки. Вдох. Через алмазный алтарь. Выдох вниз. Как бы уперлись копьями в пол. Смотрим на макушку, язык давит на небо. Рот слегка приоткрыт. Разгибаем ноги, левая рука спереди. Движение, которое называется инь-янь-шоу, руки-инь-янь. Вот само движение. Через это движение мы входим в позицию выхватить меч со спины. Левая рука вверх, правая вниз. Руки идут синхронно, правая на голову. Делаем замок за спиной. Очень важно, чтобы локоть был не сбоку, а строго над макушкой. Макушка давит на локоть. Смотрим влево, давим затылком на локоть, садимся вниз. Выхватить меч из-за спины, смотреть влево.
Наши руки в стороны. Левая рука сверху. Замок. Опускаемся вниз, смотрим вправо. Выходить меч из-за спины, смотреть вправо. Следующее упражнение. Небесный колокол. Принцип в йоге аналог Шанмухи. Мудра, когда мы закрываем все отверстия головы, уши, глаза и слушаем внутренние звуки. Если вы закроете, у вас появятся внутренние звуки определенные. Их будет лучше слышно, если вы опустите голову вниз. Мы закрываем уши. Замок у нас здесь ставится пальцы на затылке. Большие пальцы контролируют шею. Опускаем голову вниз и слушаем внутренние звуки. Следующее. Мы волной поднимаемся вверх. Волна начинается с пяток, колени вперед, копчик вниз. Выталкиваем вверх замок. Небесный император ставит котел на треножник. Котел – это живот, треножник – это таз. Небесный император – это царь в голове, то есть головной мозг. Мы опускаем вниз. У нас есть правое, левое бедро, центр. И смотрим вверх. Тянемся вверх макушкой, копчик опускаем вниз. Здесь важно ноги расслабить полностью. Держать стопы параллельно. Здесь должен быть четкий квадрат. Раскрываем тазобедренные суставы. И чувствуем контакт с центром земли. После этого мы делаем вдох. Выдох. Вес тела на ладони. Выпрямляем ноги. Следующее. Мы поставили котел на треножник. Теперь важно перемешать энергию в животе. Это происходит большое перемешивание. Правая рука в правую сторону. Мы делаем прогиб. Задержку дыхания. Выдох слева. Пришли в центр. Идем влево, вдох, выдох вниз. Здесь усилие основное направлено на вытягивание позвоночника. Мы не форсируем ни наклон, ни прогиб. Мы вытягиваем в длину, растягиваем расстояние между позвонками. Так делается несколько раз. После чего мы поднимаем вверх. И с самой верхней точки, с зенита, мы расширяемся во все стороны. Ладони делают зубы дракона. Здесь у нас должны быть параллельные бедра, параллельные голени, параллельные стопы. Все в теле взаимопараллельно или взаимоперпендикулярно. Зубы дракона. Три пальца вместе. По фалангам сгибаем к себе. Большой палец натянут, центр ладони раскрыт. И мы стараемся расшириться во все направления. От позвоночного столба мы расширяемся во все стороны. Ладони давят в стороны, макушка давит вверх, стопы давят вниз. Мы удерживаем такую позицию. Желательно на задержке. Мы сделали вдох, сделали выдох. И алмазное состояние. Следующее. Небесная пружина. Вертикальная ось. Ноги вместе. Мы опускаем вниз замок. По переднесрединному меридиану промываем вниз. И вытягиваем снова вверх. После этого натягиваем пружину вправо. Левую половину тела растянуть, правую сократить. Проваливаемся вниз, насколько возможно. И рисуем спираль. Вдох. Задержка, выдох. Уменьшая радиус спирали, мы совершаем упругое усилие вверх. Потом вдох, влево выдох. Вдох. Выдох. Следующее. По этой вертикальной оси мы совершаем два скручивания, одно вправо. Продолжаем вытягиваться вверх над макушкой. Вдох, центр. Выдох, влево. Вдох, центр. Следующее упражнение – комплекс виляющий хвост. Опускаем замок пальцем ног большим. Подбородок груди, макушку свисает вниз. Живот втянуть. Следующая форма. Мы тянемся вперед 70 сантиметров от больших пальцев ног в точку. Смотрим в эту точку, тянем в нее замок и отрываем пятки от пола, так, чтобы под ними могло пробежать насекомое. Вес тела на носочках. Держим так, вытягиваем, открываем точку. Следующее, собственно, виляющий хвост. Замок мы ставим в правой стопе. Левую почку открыть вверх. Ставим или тянем, в зависимости от вашей растяжки. Очень важно сохранять параллельно, получается. Ставим замок, ставим. Возвращаемся к предыдущей форме. Тянемся вперед, пятки оторвать. К левой стопе. Правую почку открываем вверх. Растягиваем. Снова тянемся вперед ног. И к пальцам ног, подбородок груди, живот втянуть. Макушку тянем большим пальцем. Отсюда мы энергию земли снова от пяток поднимаем вверх почку. Вдох. И в нижний дан тянем, выдох. Молодой дракон вытягивает поясницу.
Вот этот же принцип раскрытия мы делаем в динамике через инь-янь-шоу. Инь-янь-шоу, напомню, это движение, напоминающее по форме знак инь-янь, символ инь-янь. Шоу – это руки. Руки – символ инь-янь. Левая сверху идет вверх. Теперь правая ладонь, ребро ладони к ребру левой стопы, левая тыльная сторона ладони на правой почке. Опускаемся, сдавливаем вниз, выдох, вдох. Руки должны идти в одной плоскости. Выдох. И чем ровнее мы вытягиваемся, шире, выше. Чем больше пространства вы захватываете ладонями, тем качественнее исполнение. Выдох. Вдох, расширение. Выдох, сжатие. Следующее. Ребенок молится гуан-инь. В сторону, вверх над головой и центр, позиция хэши. Ребенок молится гуан-инь, это балансировка на одной ноге. Мы поднимаем колено, правое, стопа вперед. Держим так. Сгибаем колено назад. Снова сгибаем колено. В полной версии мы садимся на левой ноге, вытягиваем правую ногу вперед. В упрощенной версии мы из положения ноги назад еще раз делаем вперед. Согнуть колено, поставить. Другая нога, то же самое. Колено вверх, стопа вперед, согнуть ногу, стопа назад. Два варианта. Или вниз. Или упрощенный вариант. Снова вперед. Сгибаем ногу. Потом получается шаг в сторону. Руки в сторону. Собираем энергию вокруг. Сканируем тело от макушки вниз до пяток. Выравниваем поле вокруг тела. Завершающее движение. Три точки на оси. Усваиваем энергию.
Дзиндзин состоит из динамических упражнений. Первые пять групп из пяти называются пять главных усилий. Принцип какой? У нас есть два способа генерации усилий. Первый – это когда мы усилия растягиваем на весь выдох. Это используется, вот, когда нам нужно что-то толкнуть,
очень мощно. И как бы, чтобы усилие было распределено от начальной до конечной фазы равномерно. То есть, если мы толкаем... Это первый вариант усилия. Второй вариант усилия, когда мы сжимаем весь импульс в одно время, в одну точку. То есть, это как удар. То есть, вот у нас имеется 5 направлений. Направление в стороны, направление сверху вниз, направление вперед, направление вверх и направление вниз. 5 направлений и 2 типа выброса силы. То есть, распределенный на весь выдох и сжатый в один быстрый выдох. В соответствии с этим есть 2 дыхательные стратегии. Первая называется хумха. На выдохе мы сжимаем мышцами воздух, мы запираем воздух в легких, то есть сжимаем его вниз, передняя стенка живота, зажимаем горло, получается. И после этого через рот со звуком мы расширяемся во все стороны, направляя энергию от центра, от позвоночного столба на периферию, в кончики пальцев рук, кончики пальцев ног. Мы стараемся расширяться до размеров воображения, то есть как можно больше. Первое движение. В конечной фазе задержка мы даем возможность энергии пропитать мышцы и сухожилия. Туда, куда мы выбросили, мы даем возможность тканям впитать энергию, концентрировать ее, запереть. То есть мы еще раз сжимаем центр груди 10 сантиметров от ладони, 10 сантиметров от ладони до тела. Это хумха, расширение по горизонтали. Следующее движение, это когда мы прессуем ту же самую траекторию, мы прессуем в один мощный выдох. Получается хахум. Вдох мы набираем носом. Первый принцип. Для того, чтобы выбросить импульс, нам нужно вначале взвести пружину. Пружина основная – это поясница. У нас ладонь делает горизонтальное движение по горизонту. Мы скручиваем поясницу. Это делаем вдох носом. После этого выдох. Кулаки к центру, в сторону. Далее мы выбросили энергию в кулаки, мы выполняем запирание снаружи внутрь. И удержание, соответственно. Следующая, другая рука, левая, вдох. Во втором типе движений делается, мы резко ставим ноги на пол, резко топаем ногами об пол. Это сделано для того, чтобы был обратный импульс. То есть сила, с которой я бью пол, имеется обратный импульс по третьему закону Ньютона, который я стараюсь провести через все элементы тела и выбросить в кулаки. Еще важно, что поясница скручивается не формально, просто как скручивание, а винтом. То есть у вас работают колени, работают плечи. То есть старайтесь сделать его как можно талантливее, как можно глубже включить всю свою природу. То есть отсюда ног. Это второе движение. Направление, расширение по горизонтали. Второе направление – это расширение по вертикали, с верхней точки в сторону. Опять же, первый дых, мы меняем дыхательные стратегии. То есть вначале мы делали, потом мы снова делаем, таким образом меняем постоянно стратегии, инь-янь сочетаются. Держим небо, смотрим в точку между указательными пальцами, запираем воздух, раскрываем руки. И разворачиваем ладони, мизинцы выше больших пальцев. Можно представлять радугу, как из белого света. Вы чувствуете белый цвет вверху. Мы раскрываем всю радугу над головой. Держим купол неба, финальной точки. Потом снова собираем. Держим какое-то время. Следующее. То же самое движение с другой дыхательной стратегией. Кулаки скрещены. Поднимаем над головой, вдох, выдох, обрушиваем вниз. Рубящий удар, нисходящий рубящий удар. При этом у нас стопы также опускаются резко на пол, вдох, запирание. Держим, впитываем какое-то время энергии. Следующее, это выведение рук в сторону. Вперед. Следующее движение – выведение рук вперед.
ладони к ребрам, лопатки свести, локти назад, ног. И мы прогибаем спину, это лук. То есть мы натянули лук и садимся вниз, сгибаем спину, выводим копчик вперед. Прогнулся вперед. Протыкание ладонями вперед, синхронно. Мизинцы выше больших пальцев. Снова вдох завести. Запирание, выдох. Вперед. Вдох. Далее кулаки к ребрам. Вдох. Выдох. Удар со вкручиванием кулака. Вперед. И запирание снаружи внутрь. То есть еще раз. Выбросить энергию в кулаки. Запечатать. Дать возможность связкам, мышцам питать энергию. Вдох. Следующее направление вверх. Берем как бы сферу, в которую попадает голова, то есть поле вот головы. Берем ладонями вдох, сжимаем это поле. И выдох, пальцы от висков. Вверх. Толкаем потолок, садимся низко в бобу. Вдох. Снова голова. Сжатие, выдох. Следующее. То же самое направление, другая стратегия. Кулаки вертикальные. Вниз опускаемся. Вдох. Садимся. Выдох. Выбрасываем кулаки вверх, ладони смотрят друг на друга, и одновременно удар стопами по полу. Запирание, ног. Запирание, ног. Запирание. Последняя траектория – это вниз. Направление вниз, первая дыхательная стратегия. Треугольник держим, вдох. Сжимаем воздух, выдох. Треугольник, макушка и линия указательных пальцев. И последнее это насос. Мы поднимаем кулаки к груди. Очень важно не поднимать при этом плечи. Локти можно шире на носочки. Выдох. Бьем кулаками вниз и запечатываем. Здесь запирание. Видно хорошо, что при правильной форме, когда я держу соответствие сферы, у меня упираются ладони в бедра. Вдох. Были 5 главных усилий.